Кайф. Набегался, напрыгался. Ребята, как вы смотрите на День волонтера? Если раз в неделю нам приглашать помощников на уборку. Ну, исключительно во внутренних помещениях у котиков. Герд Букин. Когтем держит и ест. Пенсионер. Жепка все до лапы занята, да? Все изваляло. С ума сошел? Ты куда проглотил целиком ногу-то куриную? Аллигатор. Натуральный аллигатор. Ты смотришь, не идут ли там враги? Гордюсь. Причем умудряется также ведь с мясом расправляться. Не только с курицей. Но с мясом сложнее. Скажи, мне пасть побольше, я бы целиком глотал, да? Вражины там соседские, да? Вражины там соседские.
Тут тема, когда очень многие спрашивают, а как же он ест без зубов? В принципе, хищнику относительно главное, чтобы были премоляры, чтобы были задние зубы. Им нужны исключительно для убийства. Ёшкин корень, точно аллигатор. Как вы видите, клыки. В процессе поедания не задействованы, в принципе. Эй! Змей беззубый. Все, в опилках навалялся, в опилках, и пошел свою курицу приправлять. Не стыдно? Гер. А Гер? Отстань. Натуральный аллигатор. Ходит. Бердусь. Отберу. Отберу. Нет. Скажи, нет тебе доверия. Ну, прости, братан, стоять все три курицы, тебя снимать я не буду. Он куски мяса отрывает, отрезает задними зубами. Гер, скажи что-нибудь умное. Отвали. Город засыпает, просыпается Гер. Но ненадолго.